Привет, друзья, здравствуйте, я рад вас видеть. Творчество начинается с помидорки. Спасибо большое, Бэмбик, за 19-й месяц подписки первого уровня. Спасибо тебе большое, йоу-йоу, он написал. До этого он подписался 26-й месяц к ряду, Ян, за что тебе тоже огромное спасибо. Ребята, я рад вас приветствовать на Гривьярде. Все очень просто. Гривьярд. Я сказал Гривьярд. Алло. Спасибо. Че, пойдем копать? Все решил повылетать, да? Как у вас настроение? Что-то у меня бошку резко ударило. 16 марта будет уже 27 месяцев. Ни хрена себе, 4 дня осталось. Это офигительно круто, Ян. Ой. Так, а можно я перезайду, типа? Просто. Кайфую на табу. Так, еще тортик. Тортик тут тоже делается. Че мы с вами? Мы с вами идем колбом, да? Стандартное мое начало. Мне настолько лень тыкать по баллам, что я написал тыкательный скрипт. Я видел это, Дим, привет. Видел это у Евы на стриме. Заскочил, попал вот прямо под это дело. А, мы пытаемся разобраться, что да как вот с этим вот телом. И что мне с ним? Гюнтер, непонятно что. Со сложным отношением к жизни. Это Йорик. Или картель. Привет, ребят, здравствуйте всем. Слушай, я сегодня зашел в Max Payne 3 посмотреть, что оно как работает. Это все для рупоров, так что не ждите нигде ни стрима, ни на YouTube. Это для рупоров. Но смысл в том, что я зашел просто потестировать и... И залип. Минут на 40. Пропуская все заставки, сюжетные и прочее, залип минут на 40, сидел, стрелялся. Там так интересно стрелять. Здесь тел у нас нету. Ой. Здравствуйте. А вот и тело прилетело. Душа. Спасибо, Дима, спасибо. Спасибо всем, кто хостит. Так, ну погнали, да, кровь. Начнем разгонять работу свою, а потом уже поймем потихонечку, что нам делать. Косточки там всякие, жирочечки, кожечка. Это все нужно, это все необходимо. Мясцо, естественно, для бутеров. Там тортик как раз последний остался в печи. Нужно будет мясца нарезать на бутеры и бутеры поставить. Так. Наверное, я сначала пойду тебя спалю, а потом уже приду туда наверх со всем остальным добром, да? Чупинг. Что у нас там по поленьям? Ну, все хорошо, в принципе. Слушайте, 9 уже этих. Ева еще захостила. Спасибо большое, Евочка. Спасибочки. Кто от Евы, кстати, как вы поиграли в Вори? Она говорит прям ничего так. Есть, говорит, такое себе в игре, есть и очень даже. Похоронный сертификат 9 наш. Так, ну давай, пока у нас здесь есть ресурс, ставить сразу будем, потом уж, наверное. Я заманаюсь. Хотя опять деревья принесу, я не знаю, зачем я здесь все 4 поставил. Ладно, неважно, не заморачиваемся. Так, что у нас по морковкам? А морковок-то 65 еще. Будет таскать и... Дай боже. А от этого ссылка на Nightbot, то, что кидает на Generation Zero. Я, кстати, скоро буду в нее играть опять. Может, с Евой, не знаю, Ева захочет или нет. Может, один, может, с ребятами, сад. С Никитой вроде ее покупали. Вот, но там вроде как обновление какое-то крутое. Поэтому, да, надо будет зайти посмотреть, что да, как да, куда. Плюс я хотел бы на этом компе все-таки опробовать. О, 5 черепков. 5 черепков мы берем, погнали. Арти, спасибо большое, ребят, за рехосты. Спасибо. Слушайте, еще череп в колонии, серьезно?
Ага, хер там был. Черепа в стене. Короче, понятно. Смотри, как устрашающе, а? Мы уже качество подняли практически на 4. Напомню плюс рехостов. Ну, человек, который блуждает, вообще, как бы, это актив. Это прям ваше желание всячески плюсануть как-то. Респектнуть, так скажем, тому, что я делаю. Вот, а так, может, какой ваш друг, может, еще кто, может, кто-то просто гулять будет, наткнется случайно на ваш канал, а там херак и рехост на меня. Он такой, что это такое? Зашел, увидел, победил. Я. Димчат, привет. Привет, Мэйджи Фокс, Монруру, привет. Мне Generation понравился в прошлый раз, было интересно, фрикаделька говорит. Ну вот я говорю, там какое-то обновление, там прям что-то мощное такое добавили. Хотя мы тогда даже до DLC заснеженные не дошли. Вот. Кстати, да, по ссылочке можно его приобрести. Будет прям, о, как хорошо тоже мне. Только наконец покушал, а уже столько времени. В смысле? В смысле ты только наконец покушал? Сейчас 10:30 ночи, алло. Давай-ка нормально кушай. Привет, народ, всем приятного стрима, тебе удачной игры, я как обычно на фуллскрин. Назар, привет, как тебя я давно не видел в чате. Вау. Как обычно, говорит, я на фуллскрине. А ты что, на последних стримах все время на фуллскрине? И в чат ни-ни? Назар, не надо так. Ну в том плане, что ты хоть вот так вот отписывайся. А то ведь я думал, что ты уже все, не приходишь к нам. Что мы можем здесь сделать? Соль и пепел. Вот что будет из соли и пепла? Понял. А пепел и... Понял. Хорошо. Так, что можем еще исследовать? Не завершено, не завершено. Давай бабочек исследуем, что ли. Планируешь Mountain Blade 2 играть? Да, я бы хотел очень. Может быть разложен на порошок и эссенцию. Так, порошок и эссенцию. Надо будет еще понять, где это все раскладывать. Я думаю, что здесь тоже, вот тоже жидкость, эссенция. О, смотри, часть истории какой-то взяли. Так, Михалыч, ты тут не бузи, вот лежи, как лежишь, окей? Понять, где это все раскладывается. На церковном верстаке нет, алхимический мельница. Скорее всего, на мельнице. Исследовательский стол есть, да? Ручная мешалка. Вот этого вот у нас нету. Значит, нам нужно взять побольше гвоздей. Может, даже не побольше. Здесь хотя письменный стол нам понадобится, да. Побольше гвоздей, побольше брусочков, всяко разных. И вот что это? Это полированный камень. Понять, как делать полированный камень. Чтобы здесь уже все застроить и тыкаться, экспериментировать. Полированный камень у нас здесь, по-моему... Нет, не изучен. Изучен, конечно же. На камнетесной мастерской 2 полированный камень создается. Сейчас мы поднимемся наверх и узнаем, что, как, из чего. Сопутствующие руды. Серый известняк, серный колчедан. Сопутствующие. Графит. Золотая и серебряная руда. Графит создается на плавильной печи. О, зомби-шахта, гля. Зомби-шахта левая. О, лесопилочка. Давай это, начать строить лесоповал, да. Раз. Графит. Вообще, я хотел, конечно, немножко к другому, да. 200 золота я немножко для другого копил и хранил. По-моему, я хотел что-то здесь с инструментами намутить себе. Стальные инструменты я хотел себе сделать, да. Но для этого нужно вот открыть сталь, как минимум. Чертеж второй наковальник. Как много опять всего, а? После работы всегда найдешь время, чтобы сделать пару гвоздей. Короче, нам нужна сталь. Нам нужно еще синеньких немножко раздобыть. Давай сделаем это тут, наверное. И прирожденного этого я сделаю. Прирожденного кузнеца, чтобы гвозди просто сыпались нам, да? Так, камон, что-то ты не то, блядь, меня изучаешь.
Исследование не завершено. А вот ты исследуй. А синенького. Да что за говно? А, слушай, здесь же написано, что да как, да? Что дадут мне? Во, чистая бумага. Вот это вот даст... А, не, стопы. Чистая бумага даст мне просто две. Угу, не то. Это красное даст мне. Красное, в принципе, тоже неплохо. А у меня нет ничего, что даст мне на изучение синего. Лол. С собой, как минимум. Хотя прошел эту игруху, го, виноделие, там, истина. Зомби-шахта звучит, как новая часть игры зомби-ферма. Но зомби-лесопилку мы точно намутим. Это вам зуб даю. Так, ну давай красненьких себе возьмем, что ли. Че? Добру-то пропадать, че? Правильно? Оп. Красные нам тоже нужны. Сейчас, может быть, сразу на этих красных и намутим. Деловод, сложные колбы давай изучай. Если ты мне мало сейчас дашь. О, много. Потому что я очень много потратил. Так. Давай. Три веры осталось. С оградок и монументов. Это я в курсе, да. Я хотел здесь пока. Пока не отходя от кассы, так скажем. Давай вам по единичке все. Еще тело привалило. Отлично, всю веру всрали. Всю веру всрали, но зато остальные инструменты есть. Надо переходить на них. Все, ну и накопить синенький сейчас на камне. Все будет хорошо. Короче, чем мне нравится эта игра, тем, что каждый раз... Заходя в нее, я абсолютно путаюсь, что мне надо, что мне не надо. Но, тем не менее, каждый раз нахожу себе какое-нибудь занятие. Это прям волшебно. Так, и, возможно, изучив... Завершено. Вот, не завершено, видишь? Сердце и череп. Короче, сердце сейчас возьму, тоже положу для изучения. Завершив... Вылетела мысль из головы. Попробую сейчас что-нибудь придумать. Пусть будет так. Завершив копаться в своих мыслях и воспоминаниях, ты начинаешь просто что-то делать и, в принципе, находишь себе занятие. Да, именно это мне очень сильно нравится в этой игре. Ты как бы не теряешься. Ты типа не теряешься. Не надо делиться опытом, это и есть подсказки. Не нужно. По поводу оградок и монументов я как бы знал, поэтому легко воспринял это. Но в дальнейшем не нужно, только по подсказкам. Только если сам спрошу, окей? Если я залипну и такой типа, чуваки, что делать, не знаю. Подсказывайте, вот тогда подскажете. Так, а я нихера не скинул, что ли? Давай пойдем скинем. А, у меня еще история здесь же. Ну ладно, тело полежит, это как бы не горит. Медитативничаем дальше, все нормально. А, все, что мы брали, тут же лежит. Тут же. Чипых. История хербы... А, история сюда тоже. В смысле, хер бы с ней. Сюда. Все верно. И черепок я сейчас принесу, а сердце, видать, с собой таскать. Ну нет, я положу сердце куда-нибудь вправо. Хотя до дня молитвы еще сердце, блин, успеется. Так что уничтожаем его, да. Погнали, братан. Я еще успею сердце какое-нибудь. Чье-нибудь сердце вырвать я успею к тому времени. Давай на этой теперь сожжем, чего нет. Вспомнились слова Кенны Левина, что в будущем игры должны полностью... Кена Левина.
А что в будущем игры должны полностью подстраиваться под действие игрока, не ломая при этом свой сюжет. Слишком сладенько для нас было бы это. Делись опытом в этой игре. Забыл, я в нее не играл. Но это хорошо для нас. Давай к дому пойдем сейчас и пару бревнышек-то притащим заодно, да? Надо бы за камнями сходить. А, круто. Вон оно даже как. Оно, ух, нихера себе этот. Он лежит компостом, наверное, тоже, да? С ума сошел. Чпиньк, чпиньк. Чпиньк, чпиньк. Чпиньк, чпиньк. Так, хорошо, делайся, этим я потом займусь. Волчица, демон, привет. Так, это забираю, спасибо большое. Уже устал. А, у нас же здесь перестановочка была, да? Да, ну ладно. Сюда, 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 наверх. Так, господа, наверное, съем торт. Давайте немножко поработаем. Кстати, по поводу камня. Вот, полированный камень. Значит, инструмент мне нужен. И обычный камень. Вон оно чё. Так, инструмент на кузне второй. Давай попробуем намутить сразу кузню второго уровня. А, подожди, наковальню же можно улучшить, мне же говорил Никита или кто там. Так, ну-ка. Информация. Нет, это не то. Во, да, можно улучшить, но нужен слиток стали. Слитка стали у меня пока мест нету. А чтобы сделать наковальню второго уровня, тоже слиток стали, наверное, нужен, да? Даже два. Харасе. На харасе. Привет, дамы и господа, привет. Можно, конечно, второй склад бревен поставить. Здесь, в принципе, еще есть куда все это тягать. Так, но тем не менее, давай, ладно, чурбаны. Давай, работай. Чурбаны, безусловно, нужны. Там брусья еще понаделать надо. Точеных и неточеных. Вот досок давайте понаделаем, наверное, 4. Так, 24 будет доски. Хасан говорил, может быть. Привет, Арнольд, привет, Искин, привет, ребята, которые только подходят. Всем здравствуйте, не стесняйтесь, залетайте к нам в чат. Так, эти бревнышки кладем. Ну давай, ладно, рубать дальше. В принципе, у нас скоро появится лесопилка. Кстати, до нее надо бы сходить тоже. По поводу игры после этого стрима, кстати говоря, у нас голосование на донате. И после первого доната, по идее, результаты этого голосования должны будут на экране отображаться. Но я не уверен. Потому что на тесте почему-то не отображались. Но я так полагаю, что там должны быть голоса, чтобы оно отображалось. Артанис Регент, привет. Так, а пойдем, господа. Ну ладно, давай сделаем. Уж не люблю не заканчивать дела. 24. Гвозди я возьму. Пару брусьев давайте сделаем. 12. 15. Разожжем, так сказать.
Деня, спасибо тебе большое, 100 рублей. А вот мне интересно, ты проголосовал? Ты проголосовал за Red Dead Redemption 2. Вот теперь, по идее, каждые 10 минут я давайте изменю немножко сейчас на каждые там 30 секунд, сохранюсь, и мы просто посмотрим, отображается или не отображается. Просто интересно. Потом изменю на каждые 10 минут. Так, давай, работай дальше. День, спасибо большое. На неатмосферных играх еще и стикеры вам прицеплю. Тоже прикольная штука от Donation. Ну, что-то кажется, мне уже 30 секунд-то прошло, нет? Ну, 20-36, допустим. Запусти. Так, тут сюда. Гвозди я возьму. Гвозди взял. Так, ну не, ладно, погоди, мне все равно места не хватает, там же еще кое-что нужно взять. Давай нарежем мясо, там посмотрим. Если будет Red Dead, мне придется уйти, я до сих пор не сел за нее. Олег, хочу Mass Effect уже наконец, ничего себе, да, там Mass Effect есть, Андромедушка. А у нас ягод нету, нихера себе. Давай, жарим мясо. Почему там 10 как голосов за РДР? Я не до конца понимаю, как это все работает. Мне кажется, это не 10 как голосов. Мне кажется, это... Хотя да, наверное. Типа голос за 100 считается. Рубль за 100 голосов, видать, считается. Так, не отображается нихера, да, у нас? Мне, в принципе, кажется, что я знаю, какого хрена. Хотя, с другой стороны, и нет. Отображается в виде оповещения заданной частотой. Оповещение. Может быть, она в стандартном виджете. Ну-ка. Допустим, браузер голосование. Бис, привет. Слушай, но в этом виджете голосования должно быть еще и вариация по умолчанию. Это тупо. А телефон у тебя? Да, вот он. Нам его надо забрать. Берите. Да, я хочу покупать. Пойдем. Так, оно появляется или нет, ребят? Я не понимаю. Ничего не видишь. Я ничего не вижу. Должно, значит, появиться там в левом углу. И ни черта не поменялось. Это странненько. Это очень-очень странненько. Не, каждые 30 секунд оно должно быть. Видела, было, о, было. А что там было? Что-то прям хорошее было.
она полэкрана была, эта штука. Сейчас посмотрим, как она сейчас будет работать. Ну-ка, каждые 30 секунд, ну-ка, покажись. Ага, ну то есть она не вместилась. Сейчас я ее на весь экран сделал, посмотрим, как она будет сейчас вести себя. Ага, да, не помещается. А, она прокручивается, вот как. Так, она прокручивается. Понял. Ну, тогда мы ее сделаем вот такой. И раз уж она появляется, что замечательно, наконец-то, мы ее поставим каждые 10 минут. Сейчас только посмотрим, как она эти 30 секунд появится, через 30 секунд появится, как она будет выглядеть. Видно, не видно, так скажем. Видно? Или чуть побольше сделать? Ну, по-моему, нормально, да? Типа свою задачу выполняет. Мелко очень. Ну, на телефоне, наверное, да. Но я прям, чтобы совсем сильно закрывало, не хочу. Все, сохраняю. Каждые 10 секунд будет... Ой, 10 секунд, господи. Каждые 10 минут будет появляться. Спасибо большое еще раз за голоса. Видно, если знать, что там. Если на меня будете смотреть, то периодически будете видеть. А? Так что, да, все внимание only на меня. Only на me, да, именно так. Скидываем стеклышки. У нас появляется два места. Значит, что нам нужно еще? Нам нужны простые и непростые. И вообще, знаешь что? Пойдем же наконец-то железячку сюда скинем тоже. Хера ли оно там? Если должно быть тут. Так. Гвозди хер бы с ними, наверное, да? Давай сделаем на все деньги сложных деталей, а потом намутим себе обычных. Там, кстати, тело привезли, но это похер, мы будем его сжигать, так что плевать на качество и все такое. Надо будет за ягодками еще сходить. Вообще поспать бы лучше. Ай, как обычно. Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну вот, наверное, вот так. Чпинг-чпинг-чпинг. Сейчас сэндвич новые пойдут. Очень сильно теряю, конечно, в выносливости, из-за того, что спать хочу. Но, тем не менее. Ну-ка сходим вниз, там ягодки как чё, куда. Смотри, их можно типа совместить в кучу. Они застакаются, по идее. Нихера не застакались. А вроде какой-то предмет вот так вот стакался физически. По-моему. Пойдем положим, просто чтобы не валялось, что он валяется. Не сработала тактика. Да, но так я же говорю, вроде как. Может, меня, конечно, глюч, но, по-моему, такая штука работала. Ну, ладно. Так. Все, что у меня с собой имеется, мне понадобится внизу для строительства. Наверное, кроме бабочек там и мотыльков.
Их бы скинуть. А я внизу сейчас и скину, все будет ништяк. Я вообще за ягодами спускался. Почему, гробовщик? Я только третью досматриваю, не успеваю за вами. Кстати, на ютубе все же нет отдельного плейлиста. Пока нету, да. Пока я не занимался архивным каналом вообще. Я туда гружу, как бы, но на то, чтобы обработать все это дело, обложки сделать и прочее, нужно время. И я пока им не располагаю. Я вот с Алисой перестал сидеть сразу за стрим. Ну, покушал. И сразу за стрим. Так. Сюда стекло. Походили там, ерундой пострадали. Мясо есть. Давайте бутеры мутить. Вау! Вау! Не хватает теста, ты гля. Причем обычного теста не хватает, да? Ну давай, наверное, как-нибудь. Раз уж мы тратим, то давай так. Надо будет воды еще сюда натаскать тогда. Да охренеть просто. А, во, видишь, они вот так вот падают, когда они стакаются. Когда выпадают, они стакаются. А сам их запихать в стак ты не можешь. Вон оно что. Вот откуда у меня эта дезинфа. Череп бедный Юрика таскаем. Так, на все деньги хлеба нам, пожалуйста, я понял. Давай, что ли, спустимся вниз. Может, я поставлю, уже полегче будет. Сейчас попробуем. Вот сюда вот мотыльков и всякое такое скинем. Они мне пока даром не нужны. Бабочки, мотыльки. Пчелку оставлю. Пчелок копим, 10 штук и плюс еще одна пасека. А Михалыч, ты как там? Живой? Блять, почему-то мне стало смешно с этого. Письменный стол. Что нам нужно? Химическую мельницу, по идее. Ручную мешалку. Давай ручную мешалку, наверное, поставим. Давай тут. Свитков. Нам бы еще стеллаж какой, но это вот нужно еще деревяшки, такие обычные брусья. Что у нас? А, я вот это добро еще с собой таскаю. Ёптой налево. Так, ладно. Скидывайся. Это стаки уже новые пошли. Ё-моё. Так, ладно. Соль и пепел. Пока отнесем, наверное, направо. Ну, мне кажется, оно скоро понадобится, конечно. Ну, ладно, пойдем, понесем туда, да. Скинем в тот ящик. Мне бы сюда куда-нибудь поставить, конечно, еще ящички. А сейчас, кстати, посмотрю. Пойдем посмотрим. Очень... Я ничего не понимаю из того, что сейчас есть. И обещаю сегодня-завтра догнать вас. Хорошо, или давай... Приходи потом, попозже. Сейчас там пару часиков, мы будем уже в другой играть.
Вот, кстати, давай посмотрим, можно ли ящики. Нет, больше ящики нельзя, да, ставить? Возможно, вот в обычные стеллажи можно всякое, реагенты там и прочее закидывать. Скорее всего, так и есть. Так, ладно, давай построим. Вот, смотри, личиночку мы сейчас разложим на раствор жизни, вот, и бабочку, наверное, тоже на всякое такое раскладывать можно. Правильно, здесь же у нас раствор жизни валяется, нет? Нет, у нас здесь раствор хаоса, но пусть будет еще раствор жизни, хер с тобой. Если не усну, обязательно приду, добро. Письменный-то стол у нас есть. Ёбушка, зачем я еще один поставил? Давайте вот этот уберем просто. Мне нравится вот письменный стол там внизу. А здесь уже не нравится. Так, Михалыч, ну не цепляйся ты за ногу, ё-моё. Все. Еле-еле, уф-уф. Металлолом это сколько? Там, по-моему, второе тело уже привафлило к нам. Сейчас пойдем двоих сжигать. Вот. Смотри. Сейчас вот это вот все мы закинем туда. И бумагу. И чистую бумагу. Ну-ка. Чипых. Хорошо. Чистую бумагу не взял, погоди. Так, место бы нас освобождал. Отлично. Красавчик просто. Так, пойдем возьмем. Чем пойдем возьмем? Пойдем возьмем соли и всякое такое, да? Вот это. И я понял, спасибо. Так, ладно, я сюда. В принципе, я сюда, конечно, пойду, но не скоро. Поэтому я, наверное, сюда, знаете, что положу? Я сюда положу вот это, вот нахер оно мне тут надо. Вот это пока что. Просто чтобы не ходить 40 тысяч раз, потом все равно возвращаться через дом, через подвал, там и заберем, если не забуду, как конечно же. До скольки планируешь стримить? До 3 ночи. Так. Реагентики у нас сюда идут. Чипых. Бабочки, хуябочки еще сюда идут. Отлично. Просто ради интереса. Оп. А, тут ты... Во. Слизь жизни. Жир. Пропорционный стол. Жир на тоже на какую-то лабуду делается. Вот мотылек. Смотри. Ну-ка. О, раствор хаоса, две штуки. Понятно вам, как оно? Бабочка вот так не делается. Бабочка чуть не раскладывается. Почему? Почему бабочка не раскладывается? Без понятия. Ну-ка, жирух как будет? Жирух, раствор замедления. Тип, ты в жиру замедлился. Ага, гениально. Так, сюда мы закинем вот так и вот так. Отлично. О, прям хорошо. Как. Знаешь, стеллажи для всякого такого писанинного можно закинуть еще и вот это вот, правильно? Пирожечку. А по идее сюда можно что угодно ставить, даже вот чурбаны, так что хорошо. Бабочку изучал? Так, вроде бы. Да, следы не завершены. Так, пойдем быстрее, а то сейчас вот сил ни на что не хватит. Погнали. Нет, бабочка изучена, ребят, все. Так, ну у меня сил не хватит здесь по-любому. Два тела сейчас положим. Что у нас важно? Важно мясо с этих ребят. Ну, вообще все.
вообще все, поэтому лучше поспать. Они будут сжигаться, так что не паримся, что там что-то портится. Не портится. Давай мясо сначала с них возьму. И череп. Давай, и с тобой тоже. Раз. Два. Все. Ну, добро. Ну да, погнали. Он расчленяет трупы. Он проводит аутопсию. Анслейв. А ты тут, Михалыч, наш личный зомби. Так, наверх. И забираем пожиточки. Все остальное нахер идет. Че проводит? Ай, yes. Че такое? Че такое берет и проводит, короче, понял? Ты па, я спать. Ра-та-та-та-тан, тан-тан-та-дан-тан, та-та-та-та-тан-та-тан-та-тан. Наконец-то мы выспались. Ох, отлично, отлично просто выспался, здорово. Потрясающе, можно намутить себе бутеров. Бутеров, говорю себе, намути, пожалуйста, спасибо. Не использую умные слова, мы что, умные? Мы, конечно, что, мы тупые, что ли? Мы же не тупые какие-то, правильно? Мы умные. Так, вторую печь нельзя поставить, жаль. Ладно, мясо пока сюда. Хлеба тоже положим тут дым-сюдым. Пойдем доделаем аутопсию. Вытащим все полезное из этих ребят гниющих у меня в подвале. И пойдем сожжем их тела. И, наверное, пойдем сдадим уже свиточки. Хотя, может быть, за пчелами. За пчелами чат или свитки продавать? В принципе, на кой хер мне деньги нужны? Мне они пока не нужны. Нормально так копится. Так. Отдай мне свою косточку, бро. И жируху. Жируху тоже выкачаю. Вкусный бутербродик из человечного мяса. Никита был бы за пчел. Да уж. Бумажки подождут, а пчелок уважать надо, я понял. Вы ебанутые, вы знаете, да? В хорошем смысле. Мои любимые ебанутые люди. Это вы. Так, мозг. Нет, все. Все, пойдем на. Ай, в смысле? Ну ладно, погоди, ладно. Придется потаскать тела еще. Тогда. Ну так я вот конкретно про тебя, Хасан. Блять, еще одно тело, серьезно. Осел, ядрёна вож. Хочет жрать мою морковь, блять. Гори. Гори. О, кстати. Я тут принес кое-что. Здорово, братан. Можете похоронить пойти, а, для разнообразия. Мы что-то там фармим, поэтому, наверное, нет. Наверное, нет. Спасибо за подсказку. Спасибо. Помните, да, что я сказал? Что я умный. Помните? Не нужно мне подсказки. Пока я не скажу, что я тупой, я что-то не знаю, не надо мне подсказывать. Зачем хранитесь, когда можно не хранить? Согласен. Иди ко мне. Три тела, оп. Чё,
Чпинг, чпинг. Серьезно? Бля. Ладно, стой тут. Ты все выквозаешь. Чпых, чпых. Заколебали. Они меня заколебали. Так, что ты можешь мне показать про сталь? Графит. Поняли? Вы поняли? Нам нужно изучить... Чё, где ты? А, во. Вот эта вот херня нам нужна. О-о-о! Из угля графит мутится. Короче, да, нам нужно очень много. Угля будет потом еще. Понял. Понял, ладно. Чем-то вход в морг похож на нору хоббита. Ну да, есть такое, в принципе. А чё я... А, я ещё не... Да, всё нормально. Чипых, чипых, чипых. Давайте опять ставить. Мне только на два хватит, получается. Раз и два, и всё. Класс. Придется опять деревья таскать. Надо сходить следующим днем все-таки посмотреть уже как ферму. Что для фермы нужно? Для фермы дерево. Да, я ее так называю. Ферма с дерево. Ферма для дерева. Что нужно тебе для улучшения? Скажи мне, пожалуйста. 6 камня и 2 бумаги. 6 камня. Борзые, что ли? Три. Один. Еще два, вот те 6. А потом еще камушки понадобятся, так что выдолбим уже наконец. А то все ходим к большому источнику, да? Ой, грибок взял, оказывается. Богомная игруха все-таки. Нет, нельзя. Я забыл, почему я вниз не пошел. Наверное, потому что вот эти вот штуки надо сделать. Ладно, я, в принципе, согласен на то, чтобы не делать их. Грибы сюда. Мясо сюда. Пойдем остатки положим. И надо бы, наверное, поспать. Сегодня молитвенник, ёб твою налево. Я ни одного сердца не оставил, сука. А, ну в принципе, какая разница, целая неделя впереди. Алло, что-то я паникую зазря.
Паникую зазря. А где мои... Вот они, мои свечечки. Любименькие. Хорошо. Пошли наверх. Два. Четыре. Одной. Начинаем лица. Погнали. Наша любимая замечательная речь. Наша церковь великолепна. А сейчас давайте помолимся. Правильно, так, так. И баб Блинская, пожалуйста, положите. Не забудьте, каждый, каждый. Угу, угу, угу. Мне кажется, их еще больше стало, не? Блин, но кладут они меньше. Хотя там были по 9, по 5, по 6, точнее. По 9, по 7, точнее. Наконец, на работе с нормальным инетом. Зачем Диме сердце, которое в игре? А, изучить для синенького. Потому что оно единственное, по-моему, не изучено у меня. Вот для чего. Так, а что я здесь еще могу построить? Наверное, эти... Брать канделябры тебе первого уровня, поставить туда второго уровня канделябры, да? Погоди, а я ведь могу также улучшать, нет? Ну, наверное, да, но ладно. Есть. Никто не пришел исповедаться. Что, все святые, что ли, до хера? Еп, твою налево. Так, сюда положим. Бис, поздравляю с инетом. Свечечку сюда. Свеч надо побольше. Ну все, за пчелками. Суть по всему. Я там же внизу никого не оставлял, правильно? Здесь ничего не было. Да, все хорошо. О, спасибо. Все, спать. Правда, до ночи будем спать. На летучих мышей сейчас нарвемся. Чё уж нам, да? А, я забыл бумажку взять, чтобы это улучшить. Хера, вы уже тут? Вы уже тут? А потом инструменты обязательно улучшить. Не зря же мы их тут вкачали так-то. Не зря. Так, пчелочки, давай, мои любименькие, родименькие. Ну-ка, 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 ну-ка. Одна хотя бы пчелочка. Оп, нет, мед. Но мед это тоже неплохо. Мед это тоже неплохо. Хотя на... у нас меда там достаточно. Нам ягоды нужны. Так-то. Я кстати, всем сказала, ягоды. Что это клубника. Все будут смеяться надо мной, когда я скажу, что это помидор. Да неужто, говорит, Твич раздуплился. Всем привет, Вася, привет. Привет, 41 месяц. Просто страшно смотреть на эту цифру. Это просто охренительно. Спасибо тебе большое. Так, будут тортики, хорошо. Четыре меда. Да, нормально. С медцом все хорошо. Так, заодно... Заодно дойдем вот до лесопилочки. Значит, смотрите, стальной топор, 4 гвоздя, 12 досок. Все, и лесоповал будет наш. Отлично. Чё? 12 досок и гвозди. И стальной топор. Хорошо.
Да, надо будет пройтись по этой дороге и потом поставить себе фонарей, что ли. Не зря же я их учил-то. Блин, ни одна пчелка не выпала. Чат, я вроде пчелок уважаю, ни одна пчела. Хоть одна. В смысле плохо уважаю? Отлично их уважаю. Уважаю, уважать некуда их больше, как я их уважаю. Не знаю, на кой лад я сюда пошел. В большей степени мне бы получше не дерево, а камень притащить, а я деревья рублю тут. Не, ну а чё, давай и камня нарубим. Камня. Не. Что с пчелами делать? В каком смысле? Типа, зачем я их ловлю? 10 пчел — это одно из условий для пасеки своей. Хотя, тем не менее, он почему-то ее, несмотря на то, что она как бы своя, он ее почему-то все равно упорно ставит наверх, куда-то подальше от дома, подальше от всего вообще. И именно туда, куда надо идти ночью через летучих мышей. Очень странно, ну ладно. Это иди днем. Ну, видишь, вот я поспал, типа, чтобы сходить. И ночь наступила. График сбил. Даже в игре режим сбитый, ну как так? Просто кошмар. Миллиган, привет. Что у нас выигрывает сейчас? По идее, Red Dead Redemption, да? Ну, по-моему, очень даже. Так, летучие мыши еще в правое корыться закинем. Я тут минут 40 один только заметил. Ну, прости. Я такой, да. О, еще ягодки. Не знаю, нахрена нам...
Хотя вот личинки собираем с них. Так, а вот и сердце. Сейчас вниз пойдем. Так поспим, наверное, хер бы там с телом. Торф не закинул, ебдрить твою ты. Так. Ладно. Хорошо, все, пора бутро делать себе уже. Капуста заканчивается, ничего себе. Ну вот заодно личинки скину и торф, и деревяшку, и... Ой. И что-то еще нужно было сделать. Кстати, что-то по месту, мне же воду сюда еще тащить. Наверное, хз, надо, наверное, вот взять, да и меда отсюда. Стак еще один сюда перекинуть. Воды туда все-таки принести. Бутер не тем же ножом делаешь, что его топсию. Да, какая разница. Помидорчик, ты мой любимый. Ты моя помидорочка. Помидор. Зомби-мод. Помидорка моя. Большое, привет. Спасибо тебе за 4 месяца. Спасибо огромнейшее. Там, кстати, в голосовании можно даже за хоррор проголосовать, если вдруг есть желание. Но меня, если честно, удивило и радует, что кто-то за Андромеду проголосовал. По-моему, это даже Олег был. Да, это был Олег. Пипец, спасибо тебе большое. Да, к Андромеде было неплохо вернуться. Надо было еще форзу добавить, да, третью. Причем третью, а не четвертую. А ну, за мной. Там РДР 10к не перебьешь. Там РДР 100 рублей. Алло. Я не хотел за хоррор, но донейшн не работает у меня с телефона почему-то. Значит, и не надо. Показывает 10к. Показывает голоса. Там не 10к, не боись. Там один голос за... Один рубль за 100 голосов, по-моему. Начинается с помидорки. Женька, спасибо тебе большое. 6 месяцев, полгода уже ты. Фигаси. Спасибо тебе. Как дела, Жень? Ты готов морально к Satisfactory? Уже. Вот. И еще к парочке играм, кстати говоря. В том числе и Generation Zero. Так, ну придется тащить. Что делать-то? Чурбаны придется тащить. Побольше давай сделаем. Дерево потом сюда притрабанить обратно. Не понял, у меня что, места нет с собой? Охеренно. Класс. А, я аж палки, блин, понатыкал.
Палки раз, торф и всякое говно еще два. Вот-вот, ну если вот-вот, то готов. Ну, оно да, оно вот-вот. Вот-вот и все. Ах ты ж, сука, я еще ягоды наверх не скинул. А что я еще должен был скинуть? А, вон. Ну, штучку так вот, 18 оставим, остальное сбросим. И так как мы рубанули все дерево. Так, туда наверх нужны обычные доски, да, по-моему. Гвозди и стальной топор. А, вот я же готовлюсь к стали сейчас, точно. Так, давай уже, ладно, сходим за бумагой, а то что-то меня бесит, прям, что я без бумаги. Я челика не пошел, не спалил? Или спалил? Я челика пошел, спалил и не пошел за... Обидненько. Обидненько. За миллиган скинуть деньги, спасибо большое. Миллиган, ты посмотри, что делается. Так, о, пятюня. Пятюня черепочков имеется у нас тут. Деньги, получается, против себя пошел. Так, чат, и вот теперь вопрос. Черепами же не все, по-любому еще черепа нужны, да? Вот это вот вопрос, на который вы можете дать мне ответ. Черепа мне еще копить? Или это типа все? Ну, по-моему, еще нужно. Так, дай бумагу. Бумаги, говорю, дай, пожалуйста. Две штучки. Спасибо. Там другое будет, вроде там тыквы нужны будут, парочка. А, ну то есть копить еще, да? Хорошо. Да ядрить твою ты. Ладно, как раз спалим этого чела. Пипец у нас бабла сейчас будет. Немного я усядусь поудобнее, с вашего позволения. Так, день, и что нам делать? У нас теперь РДР вместе с хоррорами равное количество голосов имеет. Черепа, говорит, только если в алхимию. Так, сейчас мы придем, для черепов место появится, отлично. А что народ хочет? Ну, ты что, собираешься быть этим народным голосом? Давай так, ты за Миллиган и за себя. Или ты глаз народа? О, прикинь. Full stack, короче, это хватило на 4 штучки всего лишь. Офигеть. Ну, видишь, спросил. Он Олег Андромеду хочет. Миллиган хоррор. Кто ты, РДР? Не понял, а что это я нахуй? А, Солис. Я понял. Теперь ты понял, да. Фрикаделька Эндерл хочет. Фрикаделька. Фрол. Пс, 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 пс. Пс, 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 пс. Пс, 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 пс
рекламу дам. Вот, фрикаделька. Рекламу хотел дать тебе, да. Все. Залептаем слетел. А что это хоррор? Все, погнали. Так, сейчас мы уже сможем сделать сталь скоро. Стоп, угли. Пойди сюда. То, что хочет сам стример и написал в вариациях. Все, раскладывается на что-то. Что на что-то там раскладываешься? Ну-ка, поди, поди. Что там раскладывает? Раскладывается он, блядь. Слышь, ты не раскладывайся, это не тут раскладывается. Знаешь, ты какой? Раскладывунчик. Так, тогда уничтожаем. Все хорошо, еще мед забыл скинуть. Вот оно что. Хожу, переполненный. Значит, смотрите. Оп. Оп. Все. Отлично. Так, теперь, значит, смотри. Ты перебухивай мне, плиз, наверное, слитки стали. А ты... Ты колбы бахай, да, много-много-много колб. Ну, наверное, не из всего. Давай полтишок. Полтишман колб. Давай. Делай полтишман колб. Все, на остаток мы идем спать. Только мне нужно будет, наверное, сходить потом за капусточкой. Капусты уже мало. Дернеос, привет. Давай спать. Да, видишь, у меня уже мяса хватит на еще два бутера. А капусты уже не хватит. Я опять забыл улучшить землю. Я лучший. Хотел бы так в жизни. Чего? Ну, жрать бутерброды из человечины не хотел бы.
А, вот капусточка. Как оно утомляет, кстати говоря. Зачем ты колбу до сих пор таскаешь с собой? Без понятия зачем. Так, скоро у нас будут стальные инструменты, лесопилочка, потихонечку, чуть по чуть, туда идем. А слуп положил и сам сажал нормально, ну тогда. Надо будет еще капусточку наверх занести, бутер и сделать, и на оставшиеся, наверное, на оставшиеся... А, ну торт, собственно, что я думаю, гадаю, торт. На оставшийся торт сделаем. На оставшийся... А, во, за углем надо сходить. Вот оно что. Точно. Моя семья когда-то работала на кладбище, но совсем мелкий был тогда. Не твоя семья хранила Арагорна. Фродо, Сэма. Ладно, это жутко уже... Старело, я так думаю. Надоело. Только у меня звук пердит и лагает, Квардекс спрашивает. Вот Миллиган ответил уже. Звук нормик. Ну, отлично, не пугайте меня. Так, значит, спим. После всякого этого говна кладем... А, не, не спим. Вот это все кладем, идем домой. Заряжаем бутер и тортик. Заряжаем бутер и тортик и я думаю, вот это вот надо перенести. Я думаю, это надо перенести вот сюда. Потом мы как-нибудь все это поменяем. Не знаю, нахера я сложные колбы с собой таскаю. Пусть то, что тут стоит. Так, потом спим, потом идем за углем. Да, вот такой вот план. Мне никогда не надоест, хорошо. Фродо же в бессмертные земли уплыл. Ну да. Так мы финалу и поверили. Ждать. Ладно, капусту положу сюда пока. Меда прям очень много глея. Зеленое желе. Вот, давай воды пока. Пока она там готовится, воды принесем. Я спросил Олега, да или нет, он сказал да, так что я подержу его, даешь Андромеду. 200 рублей вообще за Андромеду, йоу. Спасибо тебе большое. Двадцатка. Давай, наверное, так. Ага. Хорошо, это лишнее. Значит, можно сюда закинуть
с ракет. Наверное, сюда можно закинуть. Сюда докину еще двадцаточку. Хотя знаете что, пойдем. Пойдем стак воды заберем отсюда. Че, че они тут? Охерели что ли? Вот так. Вот так. Так легче. Вот так. Ну да, немного переборщил, но ладно. Все, спать. Стоп, 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 проснись, проснись, пожалуйста, проснись. Угу, отлично, ты выспался, рассказывай, конечно. Во, 6 тортов, хорошо. Терпи. За ягодками бы еще. Ну, я думаю, сейчас с углем когда пойдем. А угля нам надо много. Мы еще где-нибудь ягодок надырим. Натырим. Можно уголь в печку закинуть или на улицу вынести, а то место занимает. Чего? Может уголь в печку закинуть или на улицу вывести, а то место занимает. Вот этот уголь? Нет, пусть лежит. Я так контролирую, сколько его. Спасибо большое за подсказ. Как бы и здесь, и там тоже контролирую. Ну, спасибо, Хасан. Ты продолжаешь удивлять. Мне же надоест. Но ведь место. Но мне удобнее контролить, а место оно особо нахер не надо. Все тютелька в тютельку. Так, значит, ням-ням-ням. Пойдем улучшать. Яй. На-ня. Ну-ка, погоди, а вот тебя тоже можно, что ли, улучшить? Что ли? Нет, тебя, что ли, нельзя улучшить. Козлах вообще ерундистика. Так, ладно, гвозди нормально. Вот, вот это все второго уровня. Вот это прям манит и манит. Значит, наконец-то. Значит, смотрите, топор второго уровня есть. Роман, 250 рублей, спасибо большое. Только без сообщения почему-то. Пусть будет кирка второго уровня, потому что я же пойду сейчас. Я же... Молоток нахера, наверное, лопату сделаю. Слиток еще не скоро там намутится. Так, значит... Глядите. Снять. Снять. Одеть. О! Значит, там же молоток и меч. Почему я не могу уничтожить вот это вот? Я что, все и не смогу, что ли, или как? Ну, пусть тут валяется. Пес и Андромеда равенство. Чё вы там устраиваете жесть? В натуре. Песня Андромеда равенства. Кстати, смотрите, но я все-таки бахну, попробуйте. Сумму за стикер 20 рублей при донате. В общем, достаточно забавная штука. Я потом своих еще накидаю туда стикеров, когда анимешные сделаем. Вот, кстати, Драмир, если будет анимацию делать, гифку с помидоркой упоротой, мы кинем сюда. И вообще, если намутите каких-нибудь гифок, анимаций, именно нарисованных гифок маленьких, PNG-шных, ну, то есть с альфа-каналом, то кидайте, мы кинем их на стикеры. Сейчас вот... Если кто-то будет донатить, обратите внимание, что там стикеры можно прилепить. Тут рандомно на всем экране появятся стикеры. Какие стикеры, ничего не понял. Сейчас поймешь. Это надо видеть просто. Но я говорю, прям особо на атмосферных играх я их буду выключать.
На атмосферных, я имею в виду, на сюжетных таких прохождениях, на залипаловках и прочем буду включать. Это тут не помешает, это тут разнообразит картинку. Так. Не-не-не-не-не-не. Лопата. Значит, что я могу еще? Железный молоток только могу сделать. А, кстати, я все еще могу его намутить прямо сейчас. А меч? Крутой меч смогу сделать. Только две веревочки нужны, эти фитилька. Слушай, ну-ка. Ну, во-первых, допустим, да? Во-вторых, пойдем-ка вниз. Их же тоже улучшить, изучить можно за красненьких. Я напоминаю, здесь еще DLC есть. В DLC мы с вами можем еще и бар держать. Это просто... Тафак просто. Так, две. Сколько там надо было? По-моему, две, да? Блин, вот это неудобно, конечно. Хотя у меня же есть мышка. Типа я могу вот так вот сделать. Лол. А почему я раньше до этого не допирал? Ай, забейте. Стоял, тыкал. Не-мя-не-мя-не-мя. А, кстати, слушайте, здесь есть тестовый стикер. Смотри. Внимание на экран, ребят. Внимание на экран. Тестовый стикер. Говнюха. Я не знаю, почему мне это смешно, но мне, сука, смешно. Говнюху заказывали? Оно в рандомном месте появилось. Так, пошли тело. Это пока стоковые. Я говорю, если намутим каких-нибудь анимаций таких, то я прям на постоянке буду использовать. Плюс свои будем ставить, будет кайфово. То есть может вебку закрыть стикер? Может, она рандомно появляется. Может и вебку, да? Почему на тесте говнюля попалась? Почему? Там была корона, алё. Там было облачко с радугой блюющее. Почему говнюля? О, вон, бомбочка. Вайлон, спасибо большое. Я сказал горбатый. Ой, космос. Спасибо большое. Кстати, прям... А, ну ты же выбирал наверняка стикер. А, такая бомба. Я сказал космос. Стали у нас все больше и больше. Прям кайфуем от стали теперь. От стали. Мы кайфуем от стали. Так, я хочу меч. Не-не-не-не-не-не. Крутой меч. Окей. Окей. Класс. Все еще не понимаю, почему я не могу это все уничтожить. Тупо, конечно, но он. Серьезно? Извиняюсь, мне нужны ягоды. Ну вот, на еще один тортик хватит. 8. Еще
два кустика еще. Не хочу брать пока верхние анти. Личинок и торф. Ну, здесь, кстати, еще и пчелки. А давай дойдем уже до этого, до кляч, наверное, оттуда тпшимся. Хотя я бы не хотел тпшиться домой. Ну, правильно, оттуда мы тпшимся на каменоломне, наверное. В принципе, тортов у меня пока хватает. Так что да. Можно еще и несколько за раз накинуть, чтобы несколько говняк было. По идее, можно, хз. Так. Что тебе можно продать? Из того, что у меня есть, ничего тебе нельзя продать. Молоко идет нахер. Сейчас я спущусь сюда справа, возьму яйца заодно. Курильник. Курильник, здравствуй. Будьте любезны мне. Вот так вот. И вот так вот, пожалуйста, спасибо. Тэнс, 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 тэнс. Там внизу, по-моему, кузнеца. А, слушай, а кузнецу, интересно, можно продать инструменты старые свои? Чё ты меня толкаешь, алё? Здорово, нет? О, ништяк. Внизу справа, по-моему, были кусочки. Кусочки, кусочки. Во, да, вот они. Так насобирал. Может, здесь еще где кустики есть? Кустики, кустики. Ау. О. Здорово. Пропуск в город нужен. Тоже на продажу кучу всего в город можно таскать на продажу торговцам. Так, 36. Нормально. Все-таки домой тпшиться мы не будем. Футбол хочу, Дима. Рома, мы тебя слышим. У вас времени осталось совсем ничегошеньки. До голосов. А мне все равно куда идти. Я во все, что написал, хочу поиграть. Не знаю, почему я поверху решил пойти. А вот решил. По сути. Давайте мы уничтожим это. Я не знаю, что еще уничтожим. Чем еще уничтожим? Все уничтожим. Я пойду семена куплю.
Потому что у нас мало всего на семенах. Семена заканчиваются. Нам нужна капуста, нам нужна морковка. Вот это все я возьму. Ну, я немножко пшеночки. Коноплюху я забыл. Спасибо, фрикадельку, спасибо. Так. Морковочки. Дарно, спасибо за ламповый стрим. Спасибо вам. Роман Кузьмин, спасибо большое за хвост. Спасибо, ребят. Так, 4 серебра, да. Капуста тоже все возьму. Окей. Пшены все возьму. Пшены. Помню, пшено. Свекла мне нахер не уперлась. Можно, конечно, капусты еще купить чисто. Давай так, 13 серебряных, и так много. Когда у тебя там... А, вот уровень качества 2 открылось. А завтра появятся вот эти вот ребята. Хо-хо-хо. Лук появится завтра. Вот это хорошо. Вот это ты меня радуешь. Ася, привет. О, смотрите, медецкий еще у нас тут. Кстати, знаете, что... Чего? Ты не берешь отсюда мед? Наверное, его. Знаете, что еще мало падает с меда? С пасек и с улив. С улей. А, именно воск. Воск почему-то катастрофически мало тоже. Сколько до конца голосования? Ну, мы играем обычно сколько? 2 часа? Ну, 23 минуты где-то. Пока не закончу это играть. Я еще залипнул в гравьярде и такой, типа, оу. Хотел 2 часа отыграть, отыграл 70. Как обычно будет, так что посмотрим. Пока играю в это, короче, идет голосовалечка. Угу. Здрасте, здрасте, здрасте. Синька падает, сколп. Кайф вообще. Угу. Угу. Может, как бы до конца выросла, ну ладно, пих. Не буду уж все бахать. Так, там, по-моему, тело приехало, да, еще одно. Пока мы в городе ходили, нихерашеньки я за углем не сгонял, блин. А тут уже деревья в этом заканчиваются. Так, ну ладно, у меня, по крайней мере, новые инструменты, уже хорошо. Спать начинает хотеть. Ляха-муха, места нет, я... Ладно, это я уничтожу, у меня уже торф просто жопой жжет. Просто сейчас сера с этим, с солью упадет. Пепел, точнее. Идет. Хочу Андромеду и Крис Милаха. Вася говорит. Во, смотри, все в коронках. Красота вообще. К
кайфово, да? Она заходит так чисто для настроения, настроенница добавляет. Я говорю, а когда еще наше все будет? Наши. Стилизованные, красивые. Можно, конечно, не анимированные стикеры, но это, по-моему, такое себе. Анимированные стикеры это топ. Так, кстати, топор у меня есть. Сейчас, погоди. По-моему, жопой, просто я уже не знаю, куда палки эти. Отдельный нужно какой-то сундучман для этих палок, мне кажется. Так, это я туда скину, это все, это хорошо. Ну, в принципе, у меня есть и гвозди, и все, так что. Во, кстати. Пока это все работает. Закидываем сюда, закидываем сюда. Куда? Куда она упала? А вы сами выбираете, что ли, куда лепить? Миллиган, спасибо большое. Рома, кажется... Кажется, Миллиган дорвалась до того места, где у нее все-таки работает кошелек. 1000 рублей. Просто жесть. Я напоминаю, голосование у нас по сумм. Поэтому, да... Где-то Вася с Олегом немножко... А, нет, там Олег немножко приуныл из-за того, что Андромеда на 23% зависла. РДР так вот, как первый голос получила, так и осталось. Ори, Доту и Рафт вообще никто не хочет. Ну, хоррор сейчас впереди планеты всей. Там можно выбрать? Прикольно. Спасибо за короночку, спасибо. Надеюсь, не вирусная. Давай закидывать сюда. 7. Нормально. А, вот что я еще просто так таскаю с собой. Яйки. Вот это скинем. Все нормально, пойдем. Это я не кинул голосовалку за Андромеду за донат. Это я не кинул голосовалку за Андромеду за донат. Не понял. Но мне кажется, ты написал Крис Милаха, поэтому мне кажется, что ты за хоррор кинул. Нет? Или я не понял, что ты написал сейчас, если честно. Если хочешь поиграть, то лучше впервые. Самый вопрос больше не в спойлерах сюжета, а в том, что будешь знать, куда идти и где секреты. Так, это Фрол о чем говорит, Аси? Фильм смотрел плакательный. А что за фильм смотрела? А, вы про Ори. Вы про Ори, понял. А что за фильм? Тем не менее. Да-д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 а, я понял, что мы проморим. Я же за Андромеду кидал, но... Не тронул выбор игры, а слоупок. А, да, о, да. Так на FIFA, на PES, когда играли с голосованием про команды, народ тоже голосовал и забывал выбирать... Команду, собственно, забирал выбирать. Голосовал без выбора. Симулятор народного голосования России происходил. Так, у нас мясцо здесь. Я забыл бревна забыл оставить там. Ну ладно, донесу еще потом как-нибудь, хер бы с ними. Как же много всего. А, так
Ну, ё-моё. ЦЦППЦ, да. ЦЦППЦ. У нас так и не набралось с вами нормально на новых свечек, но, тем не менее, пора... пришла пора молиться. Так что давайте. Надо новых, новую молитву уже написать, но для этого нужны чернила. Я до этого еще не дошел. Книга Генри очень шикарная. Да, балдежный, я смотрел. Кайфовый. Кайфовый фильм. Никита нам посоветовал с Евой, это мы, вот там тоже очень много трогательных и слезливых моментов, плакательных, как ты написал. Сериал. Симулятор выборов в России, это когда у одного варианта большинство голосов, но выигрывает другое. Но это Арти тоже про наше голосование, да? Jumpy mode! И такая радужная оболочка, облачко. Мясо ведем, надо спустить. Песню заказал, чего не играет Ева, потому что... название почитай. В названии написано без, точнее, заказ музыки выкл. Вот если там пес выиграет или дота, то музыку включу. Но мы следующий стрим заказа музыки тогда начнем с твоей. Спасибо большое. Все-таки сыграет она. Мы все закинем направо. Че нам надо? Так, дерево нам надо, вот что нам надо. Дерево, дерево. Ой, пойди сюда. Дерево, 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 дерево. И пойдем уже сделаем себе ферму. И потом пойдем за углем. Правильно, правильно. Хороший план, по-моему, да, идеальный. Или можно зомби поставить в ша... А, блядь. Я не изучал этого. Не изучил лесопилку. Надо мутить зомби новых. Ладно, до этого мы еще дойдем. Пусть дерево сначала доделается. Потом шахты. Гвозди нужны, доски. Ну, допустим, типа 24 доски. Я не помню, сколько там досок нужно. Допустим, так, и гвозди, да? Хотя у меня там было, но опять же плевать. Так. Топор, это говно, все хорошо. Чипых. Надо в натуре уже ставить еще один ящик чисто под палки. Так, пойдем заодно сейчас проверим меч свой. Ну давай. Ну, два удара как было, по-моему, так и есть, да? Не то чтобы меч прям вау-вау-вау, какой мощный. Фига тут Дима настроил. Всем привет, зашли покушать к вам. Привет, Артур, приятного аппетита. Зашли, да, что ж, приятного аппетита и привет тогда. Или ты с животными? Как дела? Ты не разобрался, кстати, с колдой? Потому что у меня она тоже улетает. Гадина такая, паскуда. Правда, я так подозреваю, что она у меня вылетает, потому что она у меня бесплатная, типа, потому что те ребята, которые покупали игру, вроде играют нормально, хотя, ну, ты
тоже покупал, и по идее, ну типа у тебя активированная полная версия, я про это. И по идее не должен вылетать, в общем, странное говно. Привет, бревно. Серьезно? То есть это надо вот так вот? Не понял. Ну блин, ну серьезно, ребята, ну нарисован же топор уровня 2. Алло. Что за... У меня даже не запускается, у меня в целом компу плохо. Но он у меня тоже не запускает. Не, он, знаешь, он типа в меню он заходит, вылетает. Он в меню заходит и вылетает. В меню зашел, вылетел. Ну я понял, да. Все, я нужно увольняться, а то почти весь стрим пропустил из-за вот этой вот работы, что успели сделать. Короче, я буду в шоке, если ты уволишься. Не надо, пожалуйста, не делай этого. Мы много. О, кстати, пчелиный воск пошел. И пчелы пошли. Пчел 5. Надо еще пятюню где-то надо добыть. Еще пятюню. Приятного аппетита. И то есть приятного аппетита, так, кстати, да. Ходит слух, что колда вылетает при полноэкранном режиме. До хера слух входит такой себе. Так, короче, пошли, наверное, домой жрать торт. Хороший план. Ну, окей, у меня есть топор первого уровня. Я его сейчас возьму. Я думаю, туда нам наверх еще идти. Ходить. Нам того же зомби нужно оживлять. Его, скорее всего, туда еще и отвезти придется. Вот, но тем не менее, хочется же построить ее сначала. Пошли, сделаем это. Это все я потом закинул местам. Итак, раз, два, топор. Будьте, вот, смотри, вот он. Нет, это ржавый топор. А мне нужен топор первого уровня. Вот в чем проблема. Вот это топор один. А я сделал себе топор два и радуюсь. Я понял. Ну ладно, давай топор один намути. Все, пошли. А прикинь, там для грейда нужен будет типа топор номер два. Я мог сейчас себе изи все сократить, сделав сразу второй топор, но ведь он у меня имеется, если еще вдруг. Пчелы пошли лапками, день ног в ули. Нихуя не понял. Что-то ты, чат, как будто бы ежевики переел. Привет, Зинка. У меня спать ложись. Уже что ли, спать-ки? А почему так рано? Вот так вот мама решила. Ты здесь спать. А позови маму, ты же много спала сегодня. А давай я скажу, мама, я уже долго много здесь спала. Ты много спала, да. Но ты, наверное, часиков 12 пойдешь спать, нет? Мама решила, что сейчас пойду спать. Мама решила, что сейчас? Ложится она спать, что она придумала? Она говорит, мама решила, что я сейчас нет, спать. Нет, я сказала, что ты хочешь спать. Я не сказала, что ты ложишься спать. Видишь, ты не пойдешь спать. У нас ожерелье. Ожерелье классное. Я сегодня с мамой играла в принцессу. Круто. Так и с папой тоже ты играла в принцессу. Да? Иди. Дверку закрой только, ладно? Ася. Только я тебя люблю. И я тебя люблю. День ног, Дима, как можно понять? Я нихуя не понял. Так, строим. Здравия желаю, товарищ лесопил. А как вас... Блядь, тело привезли. А как вас... Ну я ж тупой, я сейчас привезу сюда Михалыча, короче. Смотри, станция грузчиков. Не говорите мне, пожалуйста, что мне ослу сюда тоже морковок нужно таскать, чтобы он еще... Не, ну это скорее всего это, что зомби будут ходить и перетаскивать. О, прикольно, это что, можно прям систематизировать, автоматизировать, трансформатизировать, мотоцитизировать и сидеть просто ничего не дизировать, да? Круто.
Подсказать? Нет, не надо. Когда я спрошу, как, типа, это я сам себе вопрос задаю. Ты чат поймешь, когда я тебе задам вопрос. Ты поймешь. Я скажу, чат, подскажи. Алло, вот сейчас можно. Так, тихо, тело тлеет в морге. Пчелок 5 в кармане. Сейчас. Я люблю далматинцев, но купил корги. Вот такой вот. Я у нас. Пошли стихи. Нахера я делаю все эти доски и прочее, если у меня здесь ахириллион просто их. Чурбаны нужны. Больше ничего. Все наверх положу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но вот гвозди тоже нафиг не нужны. Блин, зачем я это все делаю? Трин-тин-тин-тин-тин. Прикольно, мед уже типа не положить, да? Так, но раз у нас есть место, жаль вот это вот дело. Артур, спасибо тебе большое. Спасибо за хост. Еще раз повторюсь, приятного аппетита. Сколько торт дает? Мне вот интересно. 95, он прям фулочку делает. Так. А сэндвич? Угу. Пора менять правила игры. Немного меда, наверное, потратить на зеленое желе, да? Давай, давай намутим себе зеленого жильца. Жильца зеленого намутим с вами мы. Не понял, что с мясом, что он такое светлое. Так, жильцо получили. Жильцо получили, и его мы с вами экипируем вместо грибочков. Все хорошо. Пойдем, пока оно будет там готовить. Пойдем. А что я через улицу? Что, плебей что ли какой-то? У меня есть коридор. Что, зря что ли очищал? По коридору пройду. Да, это дольше. Неважно. Сказал автоматизировать, я вспомнил майн. Ты вроде говорил, что сейвы потерялись, но вообще ждать стоит. Да не. Ну, типа, знаешь, последний вот этот заход на новый сезон, типа, он провалился с треском. Теперь, если буду играть, то по какому-то настроению. Сегодня же пятница 13-е. Нет, камон, у нас еще 4-12-е. Еще нет пятницы. Ну, кстати, если наступает пятница 13-е, то то, что выигрывает в голосовании хоррор, это как-то логично. Мы, типа, в пятницу 13-ю под хоррор зайдем, значит, да? Прикольно. Я что-то даже не думал в эту сторону, бис. Спасибо. Я не заметил бы фрикадель. Да, я тоже бы не заметил. Ребята, если от Артура пришли, здравствуйте. Я не знаю, вы, наверное, мало что поймете здесь, потому что мы очень много здесь всего уже сделали. Это не первый стрим. Далеко не первый. И записи на архивном канале, конечно же, будут, но еще их там нет. Но, тем не менее, если вы вдруг решите остаться, то мы будем рады вашей компании. Что за бомж у стенки спит? Это Михалыч, мы его сейчас... разбудим, наверное, надеюсь. Мы его разбудим, он пойдет у нас бревна пилить. Жил как бревно, точнее, лежал как бревно и работать будет как бревно. И добывать будет бревно. Или бан. Самое время покушать желешку. Пахнет, наверное, там замечательно. Он, кстати, на меня немного похож теперь, да? На вчерашний пирожок. Спасибо большое, родная, спасибо.
Закинем так. Ну, наверное, крылья уничтожим. Нахер они нужны. Спасибо тебе большое. Спасибо. К сожалению, только через Donation Alerts голосования работают у нас. И стикеры, и прочее. Вот, но за твою бешеную, всепоглощающую поддержку огромнейшее спасибо. Все, погнали, короче, нам в подвал, а то я туплю стою. Не понял, тут что тело валяется. Алло. Нахер соль, дай мне тело, мне в падлу будет возвращаться. Не тело, а череп. Че тело. Все нормально. В честь 5.11.13 нас решили бахнуть салюта, судя по всему. Так, ну что, Михалыч, пошли. Пошли. Лежит тут. Прохлаждается, ишь ты. Так я даже не знаю, пошел голосуем. А, ну у нас идет голосование, во что мы дальше пойдем. После стрима по Graveyard Keeper. Так, полежи вот здесь в углу, не шали. Вот. Здесь вот раз в 10 минут. Вот здесь вот слева от меня, относительно вас, появляется результат этого голосования. Пока что выигрывает хоррор какой-нибудь. Но голосовать можно в Donation Alerts. Вот, и там же стикеры можно лепить. Да можно всех посмотреть. Ну вот по ссылочке на Donation Alerts перейти, и там типа будет все. Хочу сразу все бутеры наделать. Что у меня там по капусте? Капусте норм. Капусте норм, что? Капусте норм. Забыл кое-что скинуть. Во сколько в другую игру пойдем? Да скоро, я думаю. Еще может. Ну, я бы хотел понять до конца механику с зомби этим наверху. Наверное, зря я его тащу наверх, просто так он, скорее всего, там не оживет. Его нужно там каким-нибудь зельем живительным, там, бла-бла-бла, полоскать. Бла-бла-бла, полоскать, именно так, да. Вот, поэтому я просто сейчас его отвезу наверх, посмотрим, что это даст. Скорее всего, это нихера не даст. Но у меня здесь, по-моему, есть что-то такое. Экстракт зомби. Ну вот что за экстракт зомби? Что это? Что? Давай один возьмем. Давай все возьмем. Пес — это про собак? Нет, пес — это про Evolution Soccer, это футбол. Просто сокращение пес. Такой песик наш. Все? Нормально. Так, поработай немного. Михалыч, ну заживешь сейчас, а? Лежал один в этом, как его, под завалами, а сейчас я тебе туда друзей привезу. Будете мне лес добывать. Ну-ка, полежи тут. Обновились уже. Надо ягоды тоже не забывать собирать. По большей степени я сейчас все это делаю не для меда, а для пчел. Мне бы еще 10, чтобы две пасеки свои были. Не знаю зачем, но прям хочется почему-то. А, вот, да. Даже больше не для этого дела, а для пчелиного воска точно в натуре. Точно, в натуре. Неплохо, уже еще плюс 2. То есть до этого плюс 2. Но это значит что? Это значит, что у нас будут свечки. Так, осел, обожди немного. Я занят. Хуяси! А ну стой. Ха-х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 а
Так, ну нам нужен еще один, короче, зомби, да? Слушай, а вот эти твари их не будут там трогать как-то? Ну и тогда, получается, экстракт зомби будет из тел делать как раз зомби, да? Которые я буду раскидывать. Так, нам нужно будет тогда еще шахточка. Ой, заживем. В твоем случае, если не ошибаюсь, пес — это про немецких овчарок. Да, про диких. Ром, ты прав. Ты прав. Но сегодня без них, судя по всему. Какая же большая игрушка. Пипец, я говорю, здесь еще, извиняюсь. Здесь еще дополнение имеется, которое мы приобрели, и оно добавляет... оно добавляет возможность заведовать своей таверной. Я даже представить боюсь, что там можно сделать и как много там фарма. Там чувак какой-то приходил и говорил, что под конец игры просто пипец, как много гринда, очень много. А ты такой, вроде как и вся игра из этого и состоит. Он такой, да нет, ты не понимаешь, там правда овер до хера гринда. Это вот представляешь, насколько там до хера гринда, с учетом того, что я тебе говорю, что я типа прошел игру и в самом начале, считай, нет его. Не знаю. Тем не менее, это заказное прохождение, поэтому мы отыграем. Народ требует зрелища кровавого хлеба. $20. А, интересно, а куда это ты? А куда это ты? На что это ты? Ну, это все, это забейте. Это все ушло, походу, в хоррор, да? Это будет очень тупо, если $20, которые Бис прислала, типа не посчитались как за доллары. Но по идее они перевелись. Бис, ты же за хоррор проголосовала, правильно? Я же не тупой. Да, ты за хоррор проголосовал, все отлично, все. Ей, говорит, никто не подговаривал, Миллиган. Да, Ром, прости. Не судьба. Спасибо тебе большое, спасибо. Мы возьмем что с вами еще? Я не знаю, на кой хер нам нужно вот это. А, нам надо изучить крыло летучей мыши. Ладно, хер с ним, потом. Потом. Да, мы вперед. Стикер был. А что ты еще хотел сказать? А, ну вот, и после завершения времени заказанного на его место станет The Long Dark. Следующий заказ. А вот Graveyard я бы теперь хотел закончить, потому что как-то, ну, тупо его бросать будет, да? Раз уж нам нравится и раз уж нам заходит игрулин, то почему нет? Так, разобраться бы теперь, как зомбариков этих оживлять. Сколько осталось-то времени по игрушке? А мы сколько... Чат, сколько мы стримили в прошлый раз, не помнишь? Там было 11 часов. Ну, где-то сколько мы? Часа 2, наверное, стримили, да? 12-13, сейчас 14-15. Ну, где-то часов 5 еще. Наверное, 2-3 стрима. Скорее, 2. Не знаю, Роман, ты хотел пес. В принципе, тоже та еще жесть. С нашими успехами за Боруссию. Ну все, за лес я теперь не переживаю. Почему пес, а не фифа? А ты посмотри последний стрим по фифе. У меня там жопу разорвало до омега-лул размера.
Поэтому пес. Так, не зря, не зря, не зря. Три пчелочки, три пчелочки. Вниз это все скинем. Мед надо тоже забросить сюда. На мед хватает места? Хватает. В принципе, если мы пойдем к речке, сходим туда, зеленых этих погасим, то еще зеленое желе появится. Прям три варианта пожрать у нас будет всегда норм, да? Так, можно пойти вниз. Мне, кстати, надо поспать, потому что я уже покоцанный немножко. Она опять сломалась или что-то новое? Нет. Просто она гандикапит в разные стороны. Очень не в тему. Пёрышки у нас здесь, по-моему, да? А теперь создаем голосование, в какой хоррор играть. Не, сейчас выберу что-нибудь. Мы можем поиграть немножко в Quake 2 RTX. Это, конечно, не хоррор, а потом пойти в хоррор. Но вообще, я думал по Quake 2 все-таки видос снять. Или все-таки поставить, не знаю. Ладно, в общем, мы пойдем тупо в хоррор. Здесь больше ничего. Нам нужно создать свечечку. А, отлично, 12 свечей. Хорошо. Надо было пчелиное, это не пчелиное, а крыло надо было взять сразу и изучить. А чего вот это вот? Это вот? Да-да-да-да-да-да. Белая краска. Понял. Чернила, колба, вода, черная краска. Краски мы с вами пока не делаем. Но мне кажется, это как-то все-таки на алхимическом столе с алхимической мельницей связано, да? Стеллаж, письменный стол, алхимическая мельница. Вот что нам нужно намутить, точно. 6 брусков, 4 обычных и 2 блестящих. Объяснил. Смотри, с какой стороны посмотреть. Грейвьярд тоже хоррор. Ну, не то чтобы он пугать, ставит себе в цель, поэтому не соглашусь. Блин, зачем я свечки с собой взял? Не понял, а ты чё? Чё не работаем? Алло. Я за углем так и не сходил, да? Плохо. Полированный камень. О, либо полировочная паста, либо железная стамеска. Погоди. А железную стамеску я что, не умею делать? Карьер мрамора, карьер камня. Что, зомби-шахта левая? Там будет, наверное, зомби-шахта правая какая-нибудь, не? Так, что-то я не понимаю. Погоди. Столярный вестак. Рабочая хитрость. Полированный мрамор. Это вообще... Нет, я могу делать стамеску. На столярном верстаке она создается. Столярный верстак. Столярный верстак. Дисковая пила. Вот это столярный верстак. Да, погоди, а... Столяр... О, железная броня из кожи, 4 кожи. Вот, возьмем, хорошо. Вот, полировочная паста. Масло, речной песок. Ну, это прям геморройно очень, да? Так что нам нужна, наверное, железная стамеска. Здесь стальные части. Линза. Нахрена в стальной стамеске линза? Объясните, пожалуйста. Ладно, железную. Создай мне железную, пожалуйста, стамесочку.
Ее не экипируешь, ее просто таскаешь с собой. Блин, это проблема. Так, ну ладно, ничего страшного. Ну-ка, теперь идем сюда. А, в этом прикол. То есть она тратится. Она тратится. Ага, а вот для чего нам нужны палки. Понял. I see. Так, ну схема понятна. Только непонятно, почему стамеска тратится, а не расходует запас своей прочности, как любой другой инструмент. Ну окей, хорошо. Самый добрый в мире человек. Если найдется кто-то добрее, то я расчленю его, закопаю в 7 разных лесах и заново буду самым добрым человеком на свете. Логично, блять. Я бы не стал спорить. Так, чипых. Сука. Ой. Ну как же, как же без этого-то, да? Как же без этого? А, нифига себе, то есть они вообще могут здесь лежать, ты их можешь даже в руках, не туда-сюда. Ты их можешь прямо здесь оставлять в ящике, и все ништяк будет, хорошо. Так, ну полировочных камней, так я таким макаром очень много намучу. Единственное, что я уже нахер забыл, зачем я делал полировочный камень, зачем? А, для того, чтобы внизу что-то там построить. Там помимо полировочных камней нужны были, по-моему, доски. Типа, по-моему, даже брусья. Магомед, привет. Привет. И спокойной ночи тебе тоже. Брусья и что-то еще. А что еще? Гвозди. Нет, по-моему, обычные эти нужны были. Обычные крепежи. Давай попробуем. Если мне память не отшибла. Ну давай 15 штук сделаю, все равно лишними не будут. По-моему, обычные крепежи нужны были. Так, ну-ка пойдем смотреть. Который стрим хочу до чернил дойти. Так много заданий выполним и так много приколов получим за счет этого. Сможем молитвы разные писать. И наша церковь теперь будет не только великолепна, но может еще что добавится. Да, алхимический кок. Просто 6 попал. Так, алхимическая мельница идет у нас. Идет. Да. Да хер с тобой, тут и будь. Че бы нет. Если да. Ресурс для использования выберите, говорит. Ну, допустим. И мы делаем белый порошок. Так, погоди. А вот, допустим, тебя. Порошок хаоса. Вот бабочки, где на реагенты раскидываются. Здесь делается раствор жизни. А вот, допустим, взять белый порошок и взять раствор жизни, мы получим пепельную слизь. Вот если взять пепел и кровь, мы получим слизь здоровья. А если взять пепел и раствор хаоса,
Слизь здоровья даже. Мне кажется, просто пепел с водой там или чем-нибудь таким. Раствор жизни, ну-ка. Усилитель роста. Зомби стол, химическая сторона. Нахера ты нужен вообще? Еще непонятно пока, нахера оно надо. Ну, допустим. Разложен на порошок. Ага. Как-то мы пчелок не изучили, серьезно? И череп не изучил. Здорово-то как. Вера одна осталась. Ну ладно. Уничтожить я пока что не особо понимаю, нахера. Нахера. Раствор замедления, блин. Очень много всего здесь, слишком много. Прям пипец, мозг ломается, серьезно. Иди ты сюда тоже. Тебя наверх надо закинуть. Тебя сюда закину. Бутерброды не трогай, скотина. Так. Черепулька тоже, иди сюда. Так. Так, будете подсказывать, будут лететь муты и баны. И кибаны такие прям залетать будут. Так, ладно, чат, я уже ломаю мозг себе просто попусту. Давайте, наверное, ложиться спать. И на этом завершим. Грейвьярд. О, как раз будет с чего начать. Дарнеус, давай, покеда. Спокойной ночи, спасибо тебе большое за компанию. Я отлично выспался, хорошо. Хорошо. Хорошо, посидели мы сегодня даже больше опять, чем ожидал. 2:20. Я говорю пока, ребята, на YouTube. Дальше круче, пока.